Привет, дорогие друзья! Добрый вечер! Мы находимся в Анталии. Айхан у нас отдыхает в отеле. А мы пришли на шопинг в наш самый любимый торговый центр Марк Анталия, где есть наши любимые магазины типа H&M, Adili Chic и так далее. И сегодня мы вам выдадим несколько секретов шопинга не только в Анталии, но и в Турции. Как, когда и где лучше всего делать покупки. Поэтому следуйте за нами. Ну расскажешь что? Секреты? Ну что, пошли. Пошли. Так, если мама зовет, надо идти. Давай, побежали. Пойдем, побежали. Народу посмотрите. Самое главное, как вы хотите делать шопинг и как вы хотите покупать вещи. Ну, в принципе, все люди так хотят. Конечно же, покупать вещи со скидками, да? Да. И самое главное, друзья, когда лучше всего в Турции покупать вещи? На зимний сезон лучше всего покупать вещи в конце зимы. Это какой у нас месяц получается? Конец февраля, март, где-то вот так вот. На летний сезон летние вещи на распродаже в конце августа, в начале сентября. Ну, то есть на следующий год вы можете приобрести вещи. И, конечно же, во многих магазинах, во всех магазинах всегда есть отделы со скидками круглый год. Поэтому, когда вы приезжаете в какой-либо город, попадаете в торговый центр, ну, практически в любом магазине вы найдете вещи со скидками. Мы сейчас вам на примере магазина H&M, мы вам покажем, как все это дело вот выглядит. Например, на входе магазина H&M написано, что межсезонные скидки здесь есть. Как и я вам говорила, не только в сезон, но и в межсезонье. На входе в любой магазин сетевой, магазин H&M, всегда на входе, на самых главных местах висят вещи нового сезона, самые модные тренды и тенденции. Например, вот такие вот свитера больших размеров, точнее оверсайз, вот такие пальто сейчас модны, брюки. В общем, на входе всегда висит самое новое, самое главное. А когда вы хотите найти скидки, вы всегда ищете вот такую вот красную надпись и идете по направлению к ней. Цены я вам показывать не буду, потому что сами приходите, смотрите. К сожалению, в Алании магазина H&M нет, есть он только в Анталии и в Манавгате, в торговом центре Нова. Вот, например, все по 15 лир. Нет, начальная цена 15 лир. Вот какие-то блузочки, кофточки, футболочки. Здесь брюки, начальная цена по 35 лир. Вот наши любимые шаровары. Даже нет, как лосины. Ну, в общем, такие брюки из вискозы. Шортики и так далее. Здесь с этой стороны тоже все по 35. Футболки, блузки и так далее. Поскольку я вам рассказываю про скидки, я не буду вам показывать цены на обычные товары. Ну, хотя вот с этой стороны у нас уже идут обычные товары. Скидочных стендов здесь очень мало. Как мама сказала, качество H&M тоже испортилось. Оно стало не такое, как было прежде, когда мы жили в Норвегии. Все было намного качественней и интереснее. А сейчас это просто очередной обычный магазин. Вот такие кеды я очень люблю покупать. Они стоят у нас, кстати, недорого, всего 60 лир. Среди самых обычных ботинок мы нашли экземпляр модный. Друзья, такая вот у нас сейчас мода. 149 лир. Вот это вот очень модные ботинки. H&M, конечно, копирует мировые бренды, поэтому очень много тенденций, которые в мировых брендах можно найти и здесь. Беретик. Сколько стоит такой беретик? 40-50 лир. Мама ищет себе спортивный костюмчик. И я ей советую взять вот такой. Только не спрашивай ничего. Только не спрашивай. Как вы думаете, слишком по-детскому или будет
модно. Нет, слушай, с серенькими штанишками, мне кажется, будет мне классно. Не нравится? Ну ладно, идем дальше. Тебе хорошо будет в полосочку, кстати. Так, она такая освежает прям. Да. Может быть, штаны в полосочку. Почем они? 99. 99. Серенькие. Угу. Очень сейчас модно, кстати, мам, вот такие вот кофты. Плюшевые и с более крупным мехом шубы прям. В общем, магазин Hennes & Mauritz немножко испортился. Но, может быть, потому что мы все-таки в Турции, здесь более такие турецкие, скажем так, вещи представлены. Потому что, когда мы бываем за границей, там в Hennes & Mauritz, конечно же, представлены чуть-чуть другие коллекции. Кстати, вот футболка в полоску. Вот это вот прям базовые вещи, которые подойдут подо все. Я прям себе еще не нашла, какая мне нравится, но здесь их очень много, и они очень классно смотрятся со всеми брюками, юбками, шортами и так далее. Просто must have на лето. Стоит 24 лира. Прежде чем сделать выбор, вы можете пройтись по нескольким магазинам. И самый главный личный совет от меня – не слушайте никого. Вот если вы надели вещь, например, в примерке, и вам она не нравится, но вам все говорят, продавец, и все говорят, что очень классная вещь, не слушайте. Если вам эта вещь не понравилась, то не покупайте ее. А если вещь прям вам легла на душу, вот нравится и все, тогда берите, и вы, конечно же, будете эту вещь носить с удовольствием. Никого не слушайте, ходите, выбирайте, смотрите и покупайте только те вещи, которые вам действительно нравятся, в которых вы будете себя чувствовать классно, уютно, комфортно, современно, ну и, конечно же, вот интересно. Один из примеров вещей, про которые я вам говорила, многим эта шубка может не понравиться, да? Многие скажут, что за ужас, чебурашка, с чем ее носить, но на самом деле, конечно же, не вот с этими брюками, как у меня, не вот с этими тапками, мам, ты сюда поближе. Не вот с этими тапками, не с этими брючками, а с каким-нибудь легким платьицем, с ботиночками на каблуках. Ну, конечно же, я не ношу. Вот эта шубка просто будет смотреться потрясающе. Она такая мягкая, классная. И если ее подобрать и надеть с классными вещами, вам, конечно же, будет мне очень удобно, классно и комфортно. Вот это пример, например, странные вещи, которые очень классные. Тебе нравится? Угу. Она классная, она вообще, и она такая мягкая, как прям-то натуральная. Я бы купила с удовольствием, но в Алании мне ее носить. Кстати, эта шубка стоила 550 лир, и это отличная альтернатива вещам не из меха, но под мех, очень мягкие, классные и комфортные. Еще один совет от нас, когда вы в Турции, меняйте всю валюту на лиры и старайтесь покупать все в магазинах на лиры, платить за проезд на лиры, в общем, вести расчеты только в национальной валюте в лирах, это позволит вам сэкономить на обмене в магазинах, потому что курс в магазинах не всегда может быть хороший. Ну а мы продолжаем ходить по торговому центру, и сейчас идем в один из спортивных Еще магазинов. Еще один совет от нас, друзья, не бойтесь заходить в дорогие магазины. Не бойтесь заходить в очень дорогие магазины, потому что в этих дорогих магазинах всегда также есть отделы, где есть скидки, либо небольшие стенды со скидками. Поэтому всегда заходите, мы сейчас постараемся найти один из таких дорогих магазинов и покажем вам, насколько может отличаться цена по скидке от реальной цены. Иногда это бывает даже в 4-5 раз. В этом сезоне, друзья, осень-зима, опять моден леопард. Шубки из чебурашки. Модно очень клетка. Пиджаки оверсайз из клетки. Модны в этом сезоне вот такие вот цвета. Очень модными являются монохромные луки, например, брюки, пиджаки одного цвета.
В следующем сезоне летом очень модно будет вот этот салатовый прям яркий цвет. Как вы видите, вещи такие все осенние, пастельные, теплые тона. Вот это вот сейчас осень, зима, самый писк, самая мода, цвета черные, бордовые, вот такие вот брюки, даже не знаю, как их обозвать, не в складочку, а очень интересных фасонов, мелкий цветочек, очень интересного кроя вещи, вот то, что я вам сейчас показываю, вот это вот модно в этом сезоне, я не скажу, что я фанат всех вот этих цветов и вот таких вот вещей, но модно, и из этого всего модного мы стараемся выбрать то, что нам нравится. Кстати, еще в моде вот такие вот панамки. Вы привыкли меня видеть всегда в шляпе, поэтому я не знаю, что мне делать, когда наступит осень и зима. Я же не смогу ходить в летних шляпах, поэтому мне придется покупать что-то типа этого. Или беретку. А беретка классная, розовенькая, да? Цвет, посмотри, какой. Двойной цвет. Ну-ка, поверни. Двойной? Да. Как грибочек, с одной стороны выцвел, с другой нет. Рептилия, сумки, обувь, аксессуары из рептилии. Конечно же, леопард, про него я вам уже рассказывал. Ну и подтверждением этого являются также вот такие вот беретики из леопарда. Ну и, конечно же, обувь. Также модными сейчас являются вот такие вот сумки. Раньше, вы знаете, эти сумки носили на поясе. Сейчас их тоже носят на поясе, но... Самые модники носят эти сумки вот таким вот образом. У меня нет такой сумки, я не знаю, нравится мне эта мода или нет, но все самые модники носят таким вот образом. Есть еще вот такого вот плана. Ну, конечно же, все вот эти вот копии пошли от модных брендов типа Prada, Louis Vuitton и так далее. Стоит в обычном магазине 79. Знаете, что мне не нравится в магазинах масс-маркета по типу De Facto, LC Waikiki, H&M, Pull&Bear, Stradivarius и так далее? Везде все одинаковое, везде одинаковые цвета, одинаковые ткани, одинаковые модели, одинаковые фасоны, одинаковая клетка, в общем, все одинаковое. Поэтому, если вы хотите найти действительно что-то интересное, просто ходите и копайтесь в этих магазинах, ищите, и что самое интересное, вещи, которые, мама подтвердит сейчас, вещи, которые на вешалке могут выглядеть вообще никак, да? Какой-то просто висячей тряпкой, вот вы ее берете, и кажется, что это ужасная тряпка. А на самом деле, мы так купили недавно комбинезон, ну, летний такой комбинезончик, вы его потом увидите, а на самом деле... Когда ты одеваешь эту вещь, она приобретает совершенно какую-то другую форму, да? Ну, такие вещи может заметить только Настя. Ну, да, потому что я всегда вижу на вешалке, не пойми что, какую-то висячую тряпку, говорю, примерь, и на самом деле оказывается классно. Поэтому не бойтесь вещей, каких-то непонятных фасонов, форм и размеров, просто меряйте. И вы увидите, насколько вам станет интереснее, и ваш гардероб будет тоже интереснее. Зашли мы в магазин Бешку. Вот, например, Питон. Тоже в этом сезоне шубы. И точно такие же цвета. Черный, кирпичный, клетка такого кофейного цвета. И ничего яркого и интересного. Мне кажется, на осень нужно все-таки разрабатывать какие-то другие коллекции. Ну и, конечно же, вот такие вот пальто в клетку. Это просто супер хит сезона. У меня такое пальто есть из магазина Hennes Mauritz, которому уже, кстати, очень много лет, и я его до сих пор ношу, привезла я его из Норвегии много-много лет назад. Вот он, леопард. Мам, ты рискнешь надеть леопард? Давайте проведем эксперимент. Мама меряет хит сезона, курточку из леопарда. Я вообще не фанат, и я не люблю ничего леопарда, мне кажется, это смотрится очень странно. Это просто накидочка. Ну и как тебе? Не твое, не наше. А сейчас мы зашли в один из достаточно дорогих магазинов, Караджи. Например,
Вот такая блузка здесь стоит 349 лир, натуральный лен. И сейчас здесь скидки 70%. Это хороший качественный вес, 149 лир. Например, это уже выше среднего качества. И здесь можно, конечно же, найти много классных, таких интересных, необычных вещей, которые не будут в масс-маркетах. Зашли мы сейчас в магазин Эпикюль и нашли там маме пальто за 1000 лир. Ну, очень классное, шерстяное, с кашемиром. И представляете, там сейчас скидки 70%, есть 10%. И на каждые 500 лир можно получить еще в подарок 150 лир. Эпикюль — это один из... Ну, выше, чем средний уровень магазинов, но там очень классные вещи и прям индивидуальные. То, что вы не найдете в масс-маркете, ну и, конечно же, качественные ткани, кашемир, шерсть, хлопок, лен и так далее. Поэтому обязательно заходите в дорогие магазины, как я уже говорила. Не бойтесь, смотрите, спрашивайте, где скидки. И, кстати, мы обнаружили, что во многих магазинах есть русскоговорящие, да? Почти во всех магазинах здесь есть русскоговорящая девочка, нам очень классно помогла с пальто, так хорошо помогла, что нам прям захотелось его купить, да? Мама, ты себе нашла что-нибудь? Я нашла только береточку. Береточку? В общем, мы себе ничего особенного не нашли. Ну, нам, в принципе, ничего особенного не нужно было, а мы просто пришли, чтобы рассказать и показать вам, что и как покупать. Я надеюсь, что мы дали вам хоть какие-то полезные советы. Как ты думаешь, есть ли в нашей речи, было ли в нашей речи что-то полезное? Ну, это им судить. Да, это вам судить. Поэтому не бойтесь, ходите по магазинам, пошли вниз. Ходите по магазинам, меряйте, не бойтесь заходить в дорогие магазины, ждите скидки. Выбирайте вещи, комбинируйте. Ну и, конечно же, самое главное, покупайте качественные и интересные вещи. И в Турции таких вещей вы можете найти очень много, потому что турецких брендов классных очень много. Например, такие, как я вам говорила, как Adilishik и Epikyol, нам очень-очень нравятся. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Желаем вам всего самого хорошего, хороших покупок, да? Да. Хороших покупок и хорошего вечера. Конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, задавайте вопросы, мы постараемся на них ответить. Всем всего хорошего, пока-пока.